Здравствуйте! Сегодня мы узнаем у жителей Санкт-Петербурга, что же такое Hack Day. Ну, это такие люди, которых на самом деле как бы и нет, потому что они все про них говорят, но никто их не видит и сами они себя не признают. Это сайт, всемогущий сайт, где можно оставить абсолютно любое объявление, найти абсолютно любую вещь. Ну, это, наверное, такой лощеный тип, соответственно, в костюме, в галстуке. Мне кажется, слоны. Потом обязательно океан и нормальная тёлочка. Это секретное оружие, разработанное в Советском Союзе на закате эпохи. Хэгдэй это 40... Да чё ты? Вы на меня смотрите? Не знаю, вообще никуда не хожу, ребят, сижу дома, правда. Вот иногда на лавочке. Повезло. Бывает по-другому. Михаил, что такое хэгдэй? Хэгдэй это 48-часовой хакатон для тех, кто мечтает создать свой интернет-проект. 14-16 сентября, спешу я вам сказать, в зоне действия Юрлившица пройдет хэгдэй Meets Garage 48. Это мероприятие, на котором за 48 часов каждый участник сможет либо разработать свой собственный интернет-проект, либо присоединиться к команде, которая это разрабатывает. На хэгдэй мы ждем программистов, дизайнеров, пиар-менеджеров, маркетологов ждем обязательно, ждем юристов, которые специализируются в сфере IT, и, конечно же, ждем всех тех, кто считает, что сможет помочь при разработке прототипа IT-проекта. Михаил, ты лучше всех. Спасибо.